Приветствую вас, дорогие мои подписчики и зрители моего канала, с вами я, Михаил. Продолжаем играть в ту же живую сталь. Так, по вашим заявкам, да? Меня попросили побиться Пикси против, по-моему, Палладиуса. Если я уже, конечно, не утратил в памяти. Это было, потому что неделю назад, ну вот я попробую. Потом еще кое-что хочу заснять, тоже, что спрашивали создать робота и пройти, то есть не прокачивая его. Вот это тоже можно сделать, но это будет все потом, потому что я думаю, там одно видео можно залипнуть надолго. А мне сейчас не нужно долго залипать, потому что скоро спать. Даже складно. Так, Пикси Палладиус, да? Пикси. Ну, мне кажется, Палладиус-то легко будет, а вот потом вот можно, знаете, кого выбрать? А почему у него 9? У него же 10 тысяч должно быть, да? Ну ладно, я его потом отремонтирую. Давайте против вот этого вот крутого робота. И посмотрим. Потом можно их поменять. Потому что они разносторонние бойцы, разные, скажем так, по своим характеристикам. Но мне, конечно, нравится Палладиус по сравнению с Пикси. Он быстрый, и у него удар сильный. Но сейчас проверим Пикси. Хоп. О, вот это да. Ой. Подожди. Здесь вот смс-ки. Телефон-то я забыл на беззвучку сделать, как всегда. Сейчас сделаем, пока он встает. Ненавижу, знаете. Вроде как бы ничего не предвещает. И записываете вы видео, и раз, вам звонят. А за день, да, можно сказать, никто не звонил, а тут раз, звонят. Такой закон подлости. Ну что, давай обмениваться ударами. А вот так вот. Опа. Упс. Как в боксе. Оп. У меня, кстати, есть Fight Night, я про нее все забываю. Можно скачать и попробовать, как сейчас у меня игра пойдет. Я про нее вообще забыл. Интересная игрушка. Хотя бы я бы, конечно, знаете, в чем поиграл? Fight Night Round 4, который, по-моему, на диске только. Вот. Потому что я играл Fight Night Round 3 на PlayStation 2 давно. И мне она безумно нравилась. Мне показалось, что она даже круче, чем Fight Night Champions. Вот, ну, не знаю. По всем показателям, по как там, системе боя она круче была. Ну, на мой взгляд. Может, даже как бы по рейтингу она даже лучше была. По-моему, да. Если я не ошибаюсь. Я просто иногда просматриваю характеристики одной другой игры на сайте. Это, допустим, тот же Metacritic или Metagames там показывает, допустим, игру, ну, вводишь, ну, и показывают, сейчас скажу, рейтинг. Рейтинг, баллы, ну, то есть, чем выше баллы, тем игра круче, скажем так, с любовью сделана и с графикой совсем. В общем, да, иногда так вот смотрю на игры, и стоит эту игру брать, нет, раз так по рейтингу. Так, я не буду делать ему силу, потому что он так сильный. Вот так вот. И вот я говорю, я даже с чего начал уже... соскучился по боксу, по Fight Night. У меня еще есть UFC и третья, тоже хорошая игрушка, но единственный минус, что она у меня заедает как Blu-ray диск. Вообще Сонька с Blu-ray дисками плохо дружит. Третья, по крайней мере. Он же пробьет меня. А так вот спину удар, извини, братан. Вот, то есть она как бы нормально все проигрывает, но со временем у нее лазер и линза там начинает мозг парить. Именно вот Blu-ray. DVD-диски она проигрывает, и вот у меня так случилось. И я даже ее ремонтировал, но, видимо, заказывал в Китае, и не совсем там все новое. Китай. Я вообще слышал, что вот эти вот, которые продают лазеры, да, в Китае, то это бэушные лазеры, хорошо очищены от пыли там, от всего, и продают как новый. Бабам!
Ну ладно, хоть продают, тоже, тоже хорошо. Слушайте, а что я напал с этой мельницей на него, а? Ну что, давай, 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 бей. Смотрите, он мне руку пробил уже. Молодцом. Он не устает. А, он свою руку уже тоже пробил. Смотрите, какой, а. Тихо уже. Нет. И вот так вот, один ударчик. Надо добивать его. А я не помню, какой добивающий там. Какая кнопка на добивающем приеме, скажем так. Ну ладно, пока в бычка поиграем. Такой, знаете, как бык на красное. Все, он не встанет, друзья. Ну, теперь можно поменять их местами. Это был Пикси, Пикси, Пикси. А сейчас мы ему покажем, где раки зимуют. Па-бам. Где он? Вот он, да? Как-то долго думает, не появляется. Можно, в принципе, карточку поменять. Карточку. Карту. Underworld. Поехали. О, здесь даже как-то это... Подстать этому цвету, то есть роботу. Арена сама как-то под цвет моего робота. Это красиво смотрится. Ну и сейчас я тебя порву. Порвем тебя. Давайте сразу начнем с этих ударов. Слушайте, он тоже вложился, я смотрю. И неплохо так. А если так? Подожди. Я могу маленький, это, я так понимаю, легкий ударчик, а это уже тяжелый. Смотрите, видите? Пам-бам. Можно так его, чтобы он подпрыгивал. Оп. Ой, немножко не то сделал. Да что такое, открылся-то? Блин, смотрите, месит меня, месит. А-а-а. Достал ты уже. Попал, отлично. И устал, конечно же, но нормально. Сейчас я тебя съем. Надеюсь. Надо есть. Ну что у меня есть из приемов? Вот этот приемчик хорош. Так, подожди. А то я уже забыл, как воевал раньше. Еще можно сделать. А, наконец-то попался. Кстати, можно ему голову снести вот этим приемом. То есть постепенно его побить. Опа. Ну, он не всегда дается, конечно. Эй, давай. Так вот. Так, блок. Ну что, откроемся? Откроемся. Отличная комбо. О, продолжим. Ах ты, все-таки меня опередил, да? Так, еще, еще, еще. Ну, не хочет он открываться. Зато мне он ударил неплохо. Ладно. И бух! Вот так вот. Поймал, да? Шматку. 10 секунд, друзья. А я ему даже еще проблемно ничего не сделал. Ух, а вот он мне... Слушай, достал ты уже, а? Вот и ремонтируй корпус. Окей, у меня опять видео дернулось. Так, а мы руку сделаем. Ручку. Поехали. Давай. Ох, нет, удар. Зато я вспомнил, как добивать. С каким ударом. Так, сейчас голова станет темной. Оранжевый, темный или какой там. Нет, смотрите. А, второй раз попался, да? Молодцом. Ну что? Вот это, да? Теперь можно попробовать его добить. Нет, не хочет он. Опа, а вот он неплохо заехал, кстати. Па-бам. Станет, не станет, надеюсь, станет. Вот это мне нравится. Опа, так смотрит. Типа, ну чё ты, давай. Ладно. Давай, 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 друг. Хотя, мы не друзья, конечно, но... Отлично. И он своим ударом даже мне вреда не причинил. Окей. Ну что, теперь можно добивать? Ой. О, парировал. Бам.
Рановато. А сейчас он не встанет, скорее всего. Не получилось, да, у меня снести ему голову. Ну да ладно. Ладненько. Палладиус. Хотя, может, встанет. Да, молодец. Силен. Может, попробуем? Нет. Не хочет мне давать шансы. Опа! Непредвиденный удар был. О! Слушайте, ну, я уже должен добить его, наверное, сейчас. Давай. И... Хуп! По руке вообще куда-то шмякнул. Блин. Закон подлости, в общем. Да. И не добьем мы его все-таки. Ну ладно. 10 секунд. Нет, 10 секунд не получится. Не получится. Хотя... Нет. Па-бам! 2 секунды осталось. Победа. Ну вот вам и Паладиус. Ну что, тогда надо с Блэкджеком схлестнуться, да? Для начала я тогда сделаю... повысю его в рейтингах. Скажем так, смотрите, видите, ремонт. Что это показывает вообще? Па-бам! Сколько? 31 тысяча! Офигеть! Когда это его так побили? Так, всех посмотрим сразу. О, тебя еще, да? А это совсем немножко. Ну что, сейчас вы увидите совершенно другой рейтинг у него. Так, я выберу Палладиуса. Против. Где? Вот видите, 10 тысяч уже. Был 9300, по-моему. Да. Серьезный дядька. Ну, я думаю, мне проблем с ним не составит справиться. Потому что и посильнее были враги. Точнее, я был послабее, враги посильнее, скажем так. Ну что, а этот воин сильный. Один из самых сильных роботов DLC, скажем так. Что такое-то? Давай уже. Попадай на удар. Отлично. Слушайте, вот этого могу также уничтожить. Попробовать. Ну что. Курил. Опа. Энергия ушла. Пока я встану. Ты меня бей. Смотрите, я даже ударов не чувствую его. Ну он быстрый, слушайте. Что-то как-то наоборот. В быстром темпе он дерется. И я... Видите, он как... оказывается, он очень быстрый. Это сейчас заметил. Ладно. Зато не увернулся. Видите, какой резкий прямо. Не ожидал такого. О, покрасился уже в желтый. Быстренько. Сейчас я тебя... Подожди немножко. Смотрите. Все, что ли? Все. Он мне не ту кнопку выбрал. Ну ладно. Еще не отлетела голова у меня. Слушайте, так он вообще быстро погибнет. Тогда... Опа! Он очень быстро получил по щам. Вот так вот. Ну блин, как-то надо другого тогда еще взять. Да, он крут. Любитель щей. По щам-то надавал неплохо. Давайте тогда возьмем, раз нет, этих бойцов мы не будем травмировать. А вот ниндзя. Думаю, надо его побить. Такой вот хоккейной маски, скажем так. Маска вратаря. И... Подожди, сейчас моя очередь. Тоже, скорее всего, быстро его проломим ему голову. Окей, раз удар. Опа, а вот не тут-то было, да? Два удара, нет. Ну что ты... Смотрите, какой он. Ну, давай. Да что такое-то? Опа. И... Нарвался. Еще тогда. Бам-бам. Ну, так вот и буду бить его. Ой-е. Это уже смерть скоро будет. Ну, еще. Смотрите, какой хитрый уворачивает. О, да так быстро. Я даже не ожидал. Попался я, да?
Ух ты, ё-моё. Серия-то такая неплохая, да, смотрите. Да, блин, я забыл кнопку нажимать. Да, напоследок вспомнил. Хотя я хотел другой прием сделать, но я не пожалел. О, давай тогда еще. Близко больно подошел. По-моему, он первый раз упал. Так что можно добить. Есть, ты встанешь? Или ты не очень хочешь вставать? Ну-ну. Па-бам! И та кнопка, да. Смотрите, как он быстро увернулся-то. Ух ты, какой шустрый, оказывается. Во, наконец-то, 10 секунд осталось. А я так красиво уничтожу сейчас. Ну, этот побольше дожил, потому что он уворачивался хорошо. В общем, вот и все, друзья. Давайте, на сегодня я закончу. Спасибо всем, кто меня смотрел. Комментируйте, кому нравится, пальцы вверх. В общем, с вами был я, Михаил. И всем пока, до скорой встречи.